Итак, привет, дружище. Ну что, елки-палки, наконец-то выходит видео про мой основной аккаунт и выходит видео про огромнейшее количество халявы. И, скорее всего, я буду вынужден сегодня задонатить. Так что усаживайся поудобней, лепи лайк, и там где-то процентов 50 из вас смотрят без подписки. Возьмите, пожалуйста, ребята, подпишитесь. Давайте сделаем целью нашего канала, что бы там ни было, достичь 200 тысяч подписчиков. Буду вам весьма благодарен. Спасибо вам, друзья, заранее за поддержку. Короче, у нас сегодня, я не знаю, юбилей, да, типа 7 лет битвы замков. Пишите. Кстати, вот, забачу вас на комменты, но тем не менее будет интересно как и вам почитать, так и мне. Кто сколько лет играет в битву замков, друзья? Кто сколько лет знаком с этой игрой? Я, наверное, получается, с 2014 года, это, наверное, ну, где-то 6 лет уже. Забираем халяву, и она очень крутая. Как бы мне уже пора бы вообще добраться до основного аккаунта, начать его, ребята, прокачивать, но пока что вот не могу долететь. Давай сейчас будем участвовать во всех акциях, или даже, не знаю, найди пару, подожди. Смотри-ка, сюда мне что-то, да, сразу мне халява пришла. Вот, так, видишь, там есть акция на трату самоцветов, и, о боже, наконец-то IGG выпустили акцию на трату самоцветов, которая, по сути, выгодная, потому что, когда коллекционера героев смотришь, там, ну, без комментариев, я не знаю, до сих пор многие просят меня ролить именно на коллекционера героев, но, скажем так, ваши мотивации мне трудно понять, даже для бездонатных аккаунтов, потому что когда вводился изначально коллекционер героев, тогда было интересно, тогда были адекватные награды, сейчас это просто как издевка, и присутствие такой акции, как коллекционер героев, я не понимаю, ну, то есть там абсолютнейший бред, я каждый раз это буду повторять, пока они не изменят эту херню или как бы не уберут его нахер, типа, ну, нахера он нужен? Если вы так сытитесь именно в этой акции раздавать нормальные плюхи, хотя, с другой стороны, вы без всяких роллингов зачастую просто дофигища плюх всевозможных даете. Так, у нас тут бесплатная попытка, у меня 20 тысяч самоцветов всего лишь. Я уже давно должен был добраться. Давно должен был добраться, елки-палки, паролить, короче, на аккаунте, разобраться с аккаунтом. Ну, не то чтобы даже паролить, а попрокачивать героев. Вон у меня сила встала на месте. У меня дофига планов, но там, видите, пришла GTA 5 RP на мой канал. Потом пришел пельмень, да, про пельмень-то тоже, ребята, нам забывать не стоит. И как бы вот так вот получается, что про основной аккаунт-то я свой немножечко взял, да и подзабыл. Ладно, с чего хотелось бы начать? Посмотрим вообще на акции и примем решение уже донатить на или нет. Тут я уже без вас смотрел, тут у нас получается, ну, как бы ерунда для меня, пакет накопления, тут когда донатишь, это получишь, да, то есть, ну, допустим, окей, а тут, кстати, пляжные ритмы, это новый скин, может быть, сегодня заберем, посмотрим вообще, о, десятки даже, ну, ничего себе, что ты будешь делать. Так, временная акция, здесь фанатика раздают, и, ну, как бы такое. Да, тут... вообще я жду, я хочу забрать елки-палки сраного этого. Я уже забыл даже, как он называется. Ну, кто смотрит мои видео, они помнят. Того чувака, у которого у меня 185 или 175 осколков. Ну, дико тупо сейчас. Да, его там, я слышал, продавали за 180 рублей, но мне нужны несчастные осколки. Мне обидно его покупать целиком, когда у меня 175 осколков собрано. И на это я донатил, понимаешь? Ну, вот, темный колдун, опять же. Вот все. Вот где эти два героя? Чего они не продаются? Или продаются, но хер их знает. Фанатика, опять же, да. Мне обидно его брать целиком, потому что, елки-палки, у меня уже половина осколков собрано. Вот в этом-то и косяк этой игры, грубо говоря. Динамо, демон-охотник, ладно, еще понятно. Спарки, херопарки, окей. И мадам Бо. Ну ладно, не суть. Смотрим дальше. Прицениваемся. Здесь как бы, по сути, нам ничего не подходит. Здесь такой стандартный набор. Набор замка. Тут уже идет под акцию 1 плюс 1. Ну, как бы, да, миллион кулаков. Нахера, правда, непонятно. Но не суть, пускай будет.
Здесь временная акция. Опять же, смотрите, вот здесь я увидел такой, глаза на лоб полезли. О, круто, круто, круто. Ну, потом посмотрел на цену. 4000 рублей отдавать, пошли бы в задницу. А, так, и причем, если бы это еще был 1+1, тогда да, как бы вот тогда бы еще, знаешь, задумался бы такой, может быть, мне взять и прикупить вот это вот, да? Но нет. Понимаешь, ну да, возьму Динамо, ну, как бы хер ли толку, один Динамо и все. Дальше, тут как бы, ну тут, да, окей, 1+1, 800 пыльцы получаешь, прикольно. Ладно, что у нас с пыльцой вообще, что нам сейчас события, парящий остров. Парящий остров, бесплатная попытка, и какие у нас сейчас награды. Ну, награды у нас тут эпики, и еще раз эпики, как бы ничего кроме эпиков, ладно. Понятно, ну как бы вроде оно там все и логично стоит, но с другой стороны, а нахера. Ладно. Так, давай, я даже не знаю, с чего начать. Карнавальный торт. Это... А, вот эта штука. Тратьте самоцвет и зарабатывайте очки карнавала. Очки карнавала на сегодня 45 тысяч. То есть где-то надо 40 или 45 тысяч самоцветов потратить. Но проблема в том, что у меня такого количества самоцветов нету. Вот, но набор карнавала. То есть если я сейчас задоначу там 800 рублей, то у меня по сути должно быть, ребят, ну то есть как я понимаю... Вот, я как бы должен это все получить, собрать все, тратьте самоцветы или зарабатывайте очки карнавала, чтобы повысить уровень вашего торта и получить награды. Ну, как бы вопрос, а где правила вообще этой акции? Я бы хотел бы почитать правила этой акции, потому что я не знаю, вот я сейчас задоначу, а я получу ли это все или не получу? Вот в чем вопрос, друзья, главный, понимаете? Вот в чем главный вопрос. Ну, как бы, стоит оно все 800 рублей? Вообще, в принципе, стоит. Смотри, здесь, если они за 800 рублей дают Леди Боу, ну, спарки-то у меня есть, ладно, я еще не добрался его открыть. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, набор карнавала, да, нажму, у меня там сразу на покупку пойдет. А где какие-нибудь правила? Подожди, может, мне через эту? А, так, события. Карнавальный торт, вот. Зарабатывайте очки карнавала. Вот, тратьте самоцветы в игре, кроме самоцветов, потраченных на декорации во внутриигровом магазине. Получите необходимое количество очков карнавала, чтобы повысить уровень торта. Максимальный уровень торта равен 7, вы сможете забрать награду уровня каждый раз, когда повышаете его. Вы можете собрать все награды уровня, если поднимете торт до 7 уровня. Купите карнавальный набор за 778 рублей на странице событий, чтобы получить бонусные награды. Вы должны поднять торт как минимум до 1 уровня, прежде чем сможете получить награды карнавального набора. Твою ж дивизию. То есть мне все равно надо ролить. Купите карнавальный набор. События, чтобы получить бонусные награды. Вы должны поднять торт как минимум до 1 уровня, прежде чем получить награды карнавального набора. Ваши награды могут появиться на аккаунте спустя некоторое время. Если вы не получите награду в течение 5 часов, свяжитесь со службой поддержки. Пожалуйста, воздержитесь от участия в событии во время технических работ. Так, я GG оставляет. Окей. Бонусные награды. У меня все равно не будет столько самоцветов. Там надо сколько? Там 40 тысяч самоцветов, да? То есть я, походу, пролетаю при любом раскладе. И тут как бы, да, тут уже вопрос, типа... Тут уже вопрос. Тут уже большой вопрос. Типа, бонусные награды. Это что? Вот это бонусное свойство? Или вот это вот бонусное? Какие из них, ёпта, бонусные? Это вот, наверное, это бонусное, но хер его знает. Ну ладно, давайте, плевать, что будет, то будет. Вы, главное, ребята, лайк поставьте, а мы посмотрим, что из этого получится. Чё-то все, я рискнул, вроде оно... А, стой, бля, а там я что-то, походу, лоханулся, да? Мне надо было первый уровень... Короче, непонятно. Ну, я купил. 28 тысяч, ну, самоцветы прибавили. Походу, там, блядь, что-то... Там, походу, перед тем... Ага, вы успешно приобрели, окей. Но перед тем, как, походу, получать эти бонусные награды, да? Ну, мне ролить-то понту, если только получать эпиков каких-то повторки. Мне и самоцветы для прокачки нужны будут, понимаешь? Ну, давай, я попробую это все забрать. Блин, ладно, короче. Пошла жара по кочкам. Что-то я, походу, лоханул.
Лоханул, ну ладно, вы за это меня и смотрите. Вы за это меня, ребята, и смотрите. Давайте плевать. Да, о, мадам Боа! О, недостающая. Хотя, по идее, как бы я ее должен и так забрать. Но вы меня за это, ребята, и смотрите. Фараон. Мисс Магия. А, Мисс Магия. Они бы добавляли профессор Риббит. Они бы добавляли в роллинг донатных героев, которые они уже ленятся продавать, да? То есть там вот тот же Гандон, которого не хватает моих 25 осколков. Короче, просто давайте движуху на видео устраиваем. Мадам Боа, господи. Арес. Да, у меня-то по сути так из этих, из, если паролить героев, недостающих-то нету, да. Потому что Л.Джей мне там то ли выпал, то ли что, то ли хер его знает чего. Так, получено монеток событий. Ну, давай заходим. Походу, я что-то, мне кажется, лоханулся. Надо было вообще что-нибудь другое купить. Ну, ладно. Ага. Я получил 6-й уровень, но 7-й уровень я не получил. То есть мне надо еще 12 тысяч самоцветов потратить, да? Ага. И здесь вот, вот эти вот самоцветы мне бы пригодились бы. То есть вот откуда мне выстроить эти 12 тысяч самоцветов? 12 тысяч самоцветов, между прочим, это большой пак. Ну, тут что дают? Тут, в принципе... Рудимент Динамо дают, мешки Динамо дают. Вот, 5000 самов дают. Ну, тут вся тема под Динамо, окей. Мы это все забрали, да? Ясно, ясно, окей. Сколько дней? Ну, там 2 дня длится. Тут у нас целая куча плюх. Мы их заберем. Ну, в принципе, я даже не знаю, плохо, неплохо, пишите комментарии. Ну, повторочки... Там скинушечки. Ладно, хер там плавал. Что сделано, то сделано. Что нам тут саться теперь? Смотри, и на мадам Боу у нас скин. Да, смотри, скины получили. Тут мы даже можем скин улучшить. Ну, ну окей. Но у нас же есть какие-то и другие акции, да? Борящий остров-то понятно. А мне попыток... А, слушай, у меня тут 110 штук, давай-ка сейчас немножко паролим. Осколочки, осколочки, осколочки. Ну, как бы, толку от них, если эти герои целиком продаются, смысл тратиться на парящий остров. Так, окей, тут мы тоже забираем. Окей, забрали. Далее, смотрим, идем по акциям. Специальные разбей яйца, бинго, охотник за богатство, подожди. Цветущие бонусы, разбей... А, разбей яйца, я же задонатил, могу яйца разбить. Вряд ли мне оттуда что-нибудь полезного-то выпадет. Но почему бы, как говорится, не да. Кто мне тут спамит? Так, 1000 очков почета. Поздравляем, вы получили раскол, сет 5 уровня. Господи, просто великолепнейшая акция. Бинго. Бинго, бинго, я тут тоже как бы особо... Особо не могу что-нибудь поковырять. Окей, 200 кристаллов. Так, все. Охотник за богатством. Угу. Ну, тут у меня попытки нету, да? За 700 рублей тут, понимаешь, нищебродам попытку не дадут, как говорится. Большая выгода. О, 10 тысяч значков почета. 2020 год, да? Ребята еще, они там живут где-то в своем. Сокровищница. Сокровищницы могу что-то паролить. Оттуда может выпасть Полярный Лис, Миша, Розалинда, Демон Охотник, Дуэлянт, Фобос, Перекус, Супер Питомца. Короче, говно. Говно, тупого говна. Больше оттуда ничего выпасть-то и не может. Вот. Ну вы, пожалуйста, ставьте лайки. Типа, ну вы же любите смотреть на мой тупнёж. Благодаря моему тупнежу вы можете себя возвысить в своих глазах. Типа, о, князь какой тупой, а вот я, вот я-то с 5 высшими образованиями. Я-то не натуплю в битве замков. Так, 100% бонус к первой покупке. Базар, пакет накопления, возвращение домой. Я так вам не сказал свой код. Не, ну если кто-то хочет, вот мой код. CC8FFFA76. Дальше. Настолка, вот там вроде по идее должна быть. Вот это интересно, мне попытки прибавились, да, к бесплатному. Хотя бы 1000 этих камней получил, нормально. Ну, дайте мне лучше, знаете, в настолке что? Да, не, ну как бы уже не дадут, я бы не отказался бы от самоцветов. И от кучи пазлов, хотя за 3 попытки ты кучу пазлов-то и не выбьешь.
Окей. Настолка. Такая настолка. А, надо было здесь сначала паролить. А, ну ясно. Мне все равно этот... эта херня выпала. Ясно. Так, награды. Фонарики желаний. Фонарики желаний. Окей. Что мы пожелаем? Пожелание, может быть, кстати, может быть, из-за того, что я не открыл фонарик желаний и сначала задонатил, может, оно не сработает. Хотя, по идее, должно сработать. Ну, тут как бы камни пламени. Наше все, друзья. Дальше. Поздравления с годовщиной. Поздравления с годовщиной. Вот эти вот награды надо забрать. Что нам тут дают? Вы отправили поздравления. Нельзя... А, вы не отправили поздравления? Окей. Hello Clashers, I'm Marta di Rai Castle Clash on YouTube, and it's a pleasure to have this opportunity to meet you all. As you may already know, Castle Clash is about to celebrate its 7th anniversary. Representing the Castle Clash community, I would like to thank all the Clashers for all their support and love over the years. IGG. Хуй GG, блин. Как мне отправить? Счастливый седьмой. Как отправить-то, ёпта? Вы не отправили поздравления. Как отправить поздравления? Правило. Отправьте Castle Clash праздничное поздравление, выбрав один из имеющихся шаблонов или написав свое. Ну, как мне написать-то? Вы не отправили поздравления. Сука, куда мне отправить-то это поздравление-то, ёпта? А-а-а! Господи, тут это можно уши, короче, можно уши взорвать, ну-ка. Вот этот видос я, кстати, еще не видел. Ну, жаль, они видосы начали выпускать, прикольные. Ну, симпатичненько, окей. И тут чё? Желаю вам счастливого дня рождения и благодарю за такую замечательность. Я также желаю, у меня опрос планируется. Окей, отлично. Отлично. Ты, вы кто такие, блядь? Вы откуда? Из какой жопы вас вытащили? Вот. Я до сих пор не могу отправить гребаное поздравление. Так, здесь у меня тоже не выходит. Сука, пойду спрошу кого-нибудь, как поздравление отправить. О, короче, ребят, как я понимаю, я просрал эту хуйню с поздравлениями. Вот так вот, да? Играешь 6 лет, а не отправил, блядь, поздравления, ёптую, соси хуй, да? Ну, типа, IGG, спасибо. Спасибо. То есть, ну, каждый день надо заходить и дрочить на ваши акции, чтобы, не дай бог, что-то не пропустить. Вообще, очень интересно. Не, ну, понятно, да, я там сам натупил... Вот, еще раз, возвращение, магическая рулетка, поздравления с годовщиной. Блять, IGG, вот серьезно, то есть, это что за ебаное лицемерие, реально? Как бы, чтобы получить награду, ты должен отправить поздравления. Вот, то есть, как бы, вы там реально считаете, что эти поздравления искренние? Я тут зашел в свою гильдию спросить, где там поздравления отсылать? Вот, IGG, чтоб награду забрать. Они сказали, хуй там своим лучше отошли, чем предложение. Вот, тут как бы типа получается, вот поздравьте нас, да, и тогда награду получите. А вот если не поздравите, награду не получится. Не получится. Пошли нахуй, блядь, пиздец, блядь, просто. Я ебал нахуй, то есть, блядь, как бы вы меня, блядь, должны поздравлять, что я ебаный в рот 6 лет, блядь, играю в вашу игру, блядь, и еще снимаю по вашей ебаной игре, блядь, видосы, нахуй. Вот, что-то я, блядь, поздравления от IGG, блядь, не увидел. Вот, классно, классно, ребята. Еще сегодня задонатил, блядь, спасибо. Вот, нахуй, отлично, блядь. От души просто. Не, ну, как бы, блядь, похуй, конечно, но что-то я тут, блядь, меня порвало. Что-то я с этой хуйни, блядь, угорел, ребята. Даже не могу сдерживать мат. Ну, это какая-то реально тупость. Я даже не знаю, какие там награды были, но я надеюсь, вы ими подавитесь. Так, ладно, окей. Тут нужно пару отгадать. Посмотрите, там по этим, по телеграммам ползают картинки, да, там куда тыкать нужно, чтобы эту пару получить. И Андрюха, если не ошибаюсь, Ролев тоже видос выпускал на эту тему, он показывал. Так, собрана пара.
Угу. Здесь нужно забрать что-то. Я надеюсь, мне там поздравления не нужно вам писать, чтобы награду забрать, а? Айджи. Это очень интересно. Награда совпадения. Камень судьбы. Окей, окей. Блядь. Ну, распределение. Сколько вы мне сама... О, 177 самоцветов, блядь. Ну, спасибо. Так, что я еще могу, да, какую-то вторую награду взять? Ну, давай, окей, давай. Вот. А, недостаточно шансов. Получите два шанса на переворачивание карты каждый день при входе в события. Ага. Дима, блядь. Недостаточно шанса. А, все, типа, блядь, а где два шанса? Или, типа, ты один шанс тратишь на распределение, один раз на открытие, да? Недостаточно шансов. Блядь, сука. Пошли в пизду, блядь. Блядь, что-то хуе. Поздравления с годовщиной, фонарики желания, награды, магическая рулетка. Вот, просто, блядь, ебать. Надо реально, надо, короче, похуй уже там. На канал надо, блядь, прекращать что-то, блядь, играть в эту помойку. Реально, ты, блядь, нам поздравления отправь, да? Ты же искренне его отправишь ради, блядь, награды. Вот, спасибо вам, IGG, блядь. Отлично просто, спасибо. Еще и задонатил, как бы, да, блядь? Ну, отлично. Спасибо, блядь. Идите нахуй, блядь. Просто IGG, блядь. Просто пошли нахуй. Охуенно, блядь. Охуенно, блядь. Дегенераты, блядь. Сука. А, ну чё, давайте эти ништяки откроем, ёпта, раз мы тут собрались, блядь. Это, блядь, поздравление. Понимаете, блядь, поздравление. Ну, 6 лет в игру отыграл, блядь. Поздравление не успел отослать. Всё, пошёл в пизду. Я же должен жить, блядь, в игре. Каждый день эти акции дрочить, блядь. Вдруг мне там где-то поздравление нужно отослать, блядь. Охуеть, блядь. Просто от души. О, блядь, просто ебать. А, я же забыл, вы же мне каждый месяц по 15, по 20 тысяч самоцветов отсылаете. У-у-у, блядь. Я должен, блядь, по гроб жизни, блядь, благодарен быть, да, типа, за мое потраченное время. Вот. Не, ну, как бы нормально. Главное, чтобы потом IGG в суд не подала. Скажет, блядь, ну, тебе награды-то отсылали, ёпта. Тут невероятные самоцветы. А 20 тысяч самоцветов... Это почти 4000 рублей. Вот 4000 умножаем, блядь. Вот, ты нам теперь столько бабла должен. А вот еще проценты. Я реально, я уже ничему не удивлюсь, блядь, с этой хуйни, блядь. Сука, с этой ебучей конторой, блядь. Просто нет слов. Поздравления не отправил, награды не получил. Вы, блядь, должны, ну, типа, так само, как бы, не, ну, понятно, вы там дали эти плюхи, еще что-то, ну, окей, ну, блядь. Я что-то, блядь, с этих моментов угораю. Ладно, короче, пишите в комментариях. Князя разбомбило из-за того, что он не получил награду, про которую даже не знал. И что-то... А вдруг там что-то ценное? А вдруг там что-то ценное? Вы понимаете? А я вот не получил, блядь. А вдруг там квартира трехкомнатная в Юрмале? Вдруг там квартира трехкомнатная, а я вот не получил, да? Из-за того, что, блядь, поздравления не отправил. Сейчас посмотрим, сколько у меня там ресурсов накопилось. Так. Ништяки вы мои, ништяки. Ништячочки мои, ништячочки. Не дай бог, у меня потом фонарики не будут работать, блядь. А, блядь, зашел, решил на основной аккаунт зайти. Лучше, блядь, не заходил. Просто лучше, блядь, не заходил. Че задонатил, че задонатил. Ну да, не, ну как бы там по идее выгодно. Даже если не считать того, что я там последний уровень не собрал. Вот, ну как бы вы могли за 700 рублей просто это нахуй все отдавать. И без всяких роллингов, да, типа. Короче, так. Плюхи, 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 плюхи делают людей. Плюхи делают людей. Да, блин. Где? Так. Ту-ту-ту-ту-ту. А может быть, я где-то лоханулся. Может, мне неправильно написали, что уже типа поздно. Может быть, там где-то можно забрать. Но все равно. Мой бомбеж это никаким образом не отменяет, друзья. Мой бомбеж это никаким образом не отменяет. Что нам выпадет с этой карточки? Невероятнейшие карточки. Да, как бы на пельмени, видите, я не смогу это все расчехлить, это все забрать.
Да, потому что как бы у меня там нету 40 тысяч самоцветов. Блядь, вы бы лучше скины на здание давали. Там хоть прибавка к силе есть нормальная. Чё толку-то от этих на героев? А, подожди, у меня еще. Окей, у меня еще, друзья, что-то должно быть. У меня этот скин, новый скин есть. Давайте используем его, посмотрим на него. Надеюсь, я его хоть смогу использовать. Я ж поздравление-то. Я ж IGG, поздравление-то не отправ... О, тыкву собрали, господи. Облики, что с обликами? Гейша. О, у меня теперь гейша есть. У-у-у. У тебя пушечки. Так, ладно. Смотри. Где-то это было менять фаны. Где у нас тут последний? Вот он, обмен. А! Стойка, бля. Меня что-то меня опять наебали, да? Карнавальный торт. Карнавальный торт. Мне где-то здесь давали? А, стой! Вот, у меня еще, знаете, еще есть пакет накопления. Да, и вот. Вот, ну хоть что-то. Ну, о, кстати, здесь по 150 сундуков. Ну, это эти сундуки говно. Мне отсюда вообще ничего не надо. А вот эти 150 сундуков, ну, тут как бы тоже слабовастенько. Чаша вампира. Вот эти 7000 мне тоже, ну, наверное, нету смысла. Это сколько еще? 1800 самоцветов покупать ради этого. Ну, не знаю. Пишите в комментариях, есть смысл. Так, питомцев заберем. Это мы заберем. Это мы заберем. Так, окей, это забрали. Вот. Так, потому что, ну, мне как бы там, чтобы это полностью проролить, мне все равно 12 тысяч самоцветов надо, друзья. Ну, это овер до хера, ну, как бы оно уже того не стоит. Если бы у меня еще самоцветы были накоплены, тогда да. Так, ну, здесь вот тоже получил ресурсиков. И вот это радует. Так, вот это мы берем. Ну, как бы не падает то, что я хочу, а вы знаете, что я хочу. Так, и здесь у нас... Окей. Дальше. Потребляемое. А у меня тут как бы это все можно расчехлять. Это неинтересно. Это неинтересно. Так. Вот это расчехляем. Сколько у меня там кулачков этих? Толку их столько. Так, 100 тысяч. 100 тысяч кулачков. Вон, зари уже накопилось, да? Вот, дали. Тут все хорошо. О, у меня этих собралось. Я могу даже кому-то что-то поднять. Ладно, не суть. Смотри, что я хотел посмотреть. Сколько у меня камней. 16 тысяч только. 16 тысяч только. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ладно, теперь смотри. Теперь-то я могу. Фаны. Вот сюда заходим. Обмен. Воу. Полегче. Ну, как бы я хер знает. Настройки. Музыка. Вот, музыка, конечно, отличная, но слушать ее я не буду. Я думаю, что на этом распиздяйстве пора нам заканчивать. Огромнейшее спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем подписываться, лепить по колокольчику, лайк. Вот, всем спасибо. Спасибо за поддержку. Пока.